период с 31 мая по 7 июня на территории обслуживания ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу зарегистрировано 41 преступление и сообщение о них. Составлено 509 административных протоколов, из них 167 за распитие алкогольной продукции в общественных местах, 21 за уклонение от исполнения административного наказания и 3 за курение в общественных местах. В ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу проведен круглый стол с юридическими лицами. В отделе по вопросам миграции ОМВД проведен круглый стол с юридическими лицами, которые привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности на территории нашего округа. В работе совещания приняло участие начальник отдела по вопросам миграции ОМВД, подполковник полиции Сергей Маско, сотрудники иммиграционного контроля и организации миграционного учета и юридические лица. Сотрудники ОВМ довели до представителей организаций и индивидуальных предпринимателей информацию об обязательных требованиях законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере миграции. Также полицейские разъяснили порядок оформления разрешительных документов для иностранных работников. В завершение встречи сотрудники отдела по вопросам миграции ответили на интересующие вопросы приглашенных. В ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу прошла акция «Урок мужества». Сотрудники полиции по Сергиево-Посадскому городскому округу в музее ОМВД организовали для воспитанников детского лагеря акцию «Урок мужества». Мероприятие направлено на патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Полицейские рассказали ребятам об истории становления местных органов внутренних дел. Также юные гости познакомились с архивными материалами и экспонатами музея, экипировкой советской милиции, военным оружием и предметами службы. Стражи порядка разъяснили присутствующим о процессе поступления в вузы системы МВД России. В завершение мероприятия сотрудники полиции призвали воспитанников быть законопослушными гражданами и хорошо учиться. Сотрудники полиции по Сергиево-Посадскому городскому округу вручили паспорта подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Сотрудники ОМВД в здании управления ЗАГС провели церемонию вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Документы получили 16 юных граждан Российской Федерации. Данное мероприятие направлено на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, ответственности к документу, а также гордости за свою страну. Ребят поздравили с важным событием. Сотрудник полиции призвал подростков ответственно относиться к закону, к собственным поступкам, соблюдать Конституцию Российской Федерации. В завершение церемонии школьники поблагодарили полицейских за напутствие и пообещали соблюдать все рекомендации.